Друзья, всем привет! Сегодня мы с моей Полиной идем в наш лес, который находится у нас на заднем дворе. Поснимаем, сделаем небольшое видео, что у нас там есть, потому что у нас все леса закрыты на самом деле в связи с карантином. Открыт только лес, который находится сзади, потому что, собственно, это лес прилегающих дворов. Вот сегодня мы туда сходим. Пойдем, Полин. Так, друзья, параллельно сегодняшнее видео будет посвящено витамину солнца или витамину D. Почему так важен витамин D? Потому что это витамин, который укрепляет наши кости, укрепляет наши мышцы, укрепляет иммунную систему. В общем, это витамин, который необходим людям, чтобы быть в отличной физической форме и иметь хорошее здоровье. То есть люди, у которых наблюдается нехватка витамина D, они могут иметь хрупкие кости, то есть у таких людей могут быть переломы, то есть кости могут ломаться более легко, могут быть слабые мышцы, может быть слабая иммунная система, и они могут подхватывать разные болезни намного легче. Есть три способа, как вы можете это сделать. Первый способ это с питанием, то есть определенные продукты, в которых содержится этот витамин D. По памяти, насколько я помню, это молоко, это апельсины. Есть список продуктов, в которых содержится этот витамин D. Второй способ это вы можете принимать специальные витаминки, которые вы можете купить в аптеке. И третий способ, который наиболее простой способ, которым, я думаю, каждый из нас может воспользоваться, это, собственно, гулять на улице, когда у нас есть солнце, когда солнечно, и при этом достаточно оголить свое лицо и руки для того, чтобы этот витамин поступал в наш организм. Сколько нужно гулять? Рекомендации, которые нам здесь дают, это достаточно 2-3 раза в неделю в течение 15 минут. Если вы это будете делать, то считается, что этого достаточно, чтобы вы имели в своем организме достаточное количество витамина D. Здесь люди, которые находятся в группе риска, в группе дефицита витамина D, это, наверное, как вы уже догадываетесь, пожилые люди, которые находятся в домах престарелых, которые не выходят в течение зимнего периода. Здесь врачи, они берут анализ крови, и по анализу крови можно определить, если у вас есть нехватка этого витамина D. Поэтому, друзья мои, выходите на улицу, пользуйтесь моментом, когда солнечно, когда хорошая погода. Почему я в каждом видео, при каждом удобном случае, если я гуляю, я всегда вам рекомендую тоже, пожалуйста, выходите и гуляйте. Не просто так, но в том числе для своего хорошего настроения, для того, чтобы у вас была светлая голова, и в том числе для того, чтобы у вас не было нехватка витамина D. Будьте в хорошем здоровье, укрепляйте свой иммунитет. Всем хорошего настроения и до следующих видео. Всем пока!